Кубок чемпионов из сквера футбола на маршала Жукова все же удалось найти и вернуть. Неизвестный похитил трофей несколько дней назад ночью. Вандал попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения. По словам основателя музея футбола Эммануила Ганева, материальной ценностью украденная чаша не является. Мало того, это как раз в преддверии Лиги чемпионов. Может, какой-то жлоб хотел себя порепетировать, что он действительно большой болельщик футбола. Ну, для этого у него есть еще 13 попыток, еще 13 кубков, где он может себя рекомендовать как здоровый жлоб. А если себя считает порядочным человеком, так он ценности этот кубок не несет. Он сделан просто из металла, копия этого кубка. Ну, конечно, обидно от тех людей, которые это делают. Это мы делаем вроде бы как для людей, для подрастающего поколения. Что могу пожелать человеку? Пусть покажет свое геройство сыну, какой он смелый, что он делает, откуда это взялась вещь у него. Каждая вещь имеет свою историю, и она обязательно он расскажет эту историю, что он сделал и откуда это он взял. К слову, именно этот же Кубок чемпионов вандалы отломали в октябре 2014 года, через месяц после открытия сквера футбола. Тогда его вернули через сутки благодаря правоохранителям. Удалось быстро вернуть кубок, и на этот раз директору музея футбола позвонил человек, который внешне похож на похитителя, и сказал, что нашел трофей в кустах, и забрать кубок можно у его родителей. Сын нашел, да. А вы его ищем, а вы его ищем. Спасибо вам большое. Да, пожалуйста. Спасибо. А он где, в кустах лежал? Или... Я этого не знаю. Где он там лежал, где он там? Может быть, возле скамейки. Да? Угу. Нет, ну, моему сыну это точно не надо. Ему 26 лет. Ну, понятно, понятно. Это вы вчера нашли, да, или? Не, позавчера. Позавчера еще. Ну что, приятно отметить, что буквально за несколько дней до финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся Ливерпуль и Тоттенхэм, одесский Кубок чемпионов все же удалось найти. На самом деле он достаточно тяжелый, увесистый. Здесь как минимум 12 килограмм, а может быть и больше. Это копия, может быть немножко меньше в размерах. И будем ее устанавливать обратно. Это будет таким уроком для вандалов, что так поступать с историей одесского футбола нельзя. Это сломал еще шпильку. Придется еще, наверное, немало средств потратить, чтобы восстановить, ну, да? Это все уже восстановим, но слава богу, что у людей пришел разум. И люди вернули там под любым предлогом, нашел, не нашел. Органы работают, уже есть данные, уже позвонили, что есть хорошее лицо человека. Мы все равно это покажем, чтобы знали героя в лицо.